открываем церемонию награждения! Мы наконец-то узнаем, кто победил, кто проиграл, кто победил, а кто остался, скажем так, у подножья. Пьедестала. Хорошо, ладно. В любом случае, друзья, вы все молодцы. Без разницы, выступаете вы на большой сцене или выходите просто в косплей, или просто даже если вы не мальчик. Чё? Даже если ты не мальчик? Ну да. Вот. Это классно. Я очень рад, что косплей все еще жив и что у вас есть силы его делать. Вы молодцы! А я бы еще отметил уровень дефиле, что мы переживали, что сценки заканчиваются, а сейчас уже дефиле начинает переезжать в сценки. Да, сегодня еще и по сюжету. Сегодня еще и день акробатики получился сплошной. Просто много, много. Друзья, вы молодцы. Спайдермен и прочие все, которые делали колеса. А еще за этот вечер мы вступили в какую-то религию, но я пока не понимаю, в какую. Хорошо. Поэтому это круто. Так. Потом напиши мне. We are ready. А, это важно. Так, церемония награждения... Начнем, пожалуй, с того, что... Скажем большое спасибо партнерам фестиваля ФАП. И это... Пипяо. Быстро по азиатской кухне в формате самообслуживания в Ярославле. Они предоставили призы для наших победителей. Круто! Спасибо! Так, кому-нибудь в пакетике то, что-нибудь такое пипяшное достанется. Хорошо. А мы продолжим говорить о партнерах нашего фестиваля. И это... L'Esprit de la Noblesse, независимый бренд, выпускающий одежду и аксессуары для поклонников Lolly Fashion и других альтернативных стилей. Бренд также предоставил свои призы для Pop Light. Такое прям... А вот это вообще твоя программа и твои заметки, а это мои заметки. Спасибо. Ничего не поменялось. Согласен. Ладно. Сейчас мы хотели... Вручение будет специального приза от Ками Пати. Да. Итак, мы представляем представителей Ками Пати. Смотрю я, значит, за кулисы, а они мне там глазки строят. Я думаю, что происходит, что такое? А потом программа в руки упала, и... А, все понятно. Ну что ж, Ками Пати, пожалуйста, возьмите микрофон и скажите, что же... Всем привет. Сегодня представляем Ками Пати. Наша ближайшая вечеринка, самая главная в году, на Хэллоуин, будет 28 октября. Всю информацию можете посмотреть в группе ВКонтакте, отсканировать QR-код, пока есть возможность, сканируйте. Вот, ждем всех кавердейцеров, косплееров, караокеров, просто гостей, кто хочет потусить. Очень сильно ждем. Если вы собираетесь выступать, подавайте заявку, торопитесь, до 21 октября можно заявку подать. И для гостей у нас, к сожалению, в этот раз ограничено количество билетов. Они могут закончиться, торопитесь. Вот. Всех вас очень сильно ждем. Здравствуйте. Что? Да. Так вот, а мы, собственно, еще она вот не сказала, она забыла. У нас очень комфортная пати, так что мы всех ждем очень сильно. Ты хотела стоять и молчать. Ты... Girl. Да я хотела сказать, что у нас сцена не сильно большая, поэтому если кто-то захочет потанцевать, 4 человека максимум, иначе просто не влезете. У нас классно, комфортно, уютно, но сцена ограничена. Вот. Петь всякие дефилешки, все остальное, добро пожаловать, очень ждем. Все? Вот, а мы, собственно, переходим к самому награждению. Вот, и значит, тут есть такие вот... Первый приз! Два пакета.
пакетика, да? Два пакетика. А, значит, эти два пакетика красивых. Нет, значит, а, вот эти. Ты что? Господи, неподготовленная вышла. Так вот. Групповое дефиле по аниме «Клинок», «Рассекающий дьявол». Стой, нет, посиди там и покричи, мне нравится смотреть на это. Так вот, значит, это у нас, кто бы же это мог быть, да, Баймоника и Алекс Нев. Вот это у тебя 5 минут про победу. А еще покричать, похлопать. Они, главное, фига, они ее обняли, а меня нет, вы чё? О, я родная. О, спасибо. Так вот, а у нас еще один пакетик есть, кому же он достанется, а он достанется. Там, вижу, сидит, значит, такая в черной шляпке, да, съесть тебя хотели сегодня. Чернильный гриб, да как? Пока она идет, я честно, я была, это великолепное дефиле, там вот этот дед молодой, это мой гриб, я его ем! Великолепно! Я тоже так могу! Все, ждем вас на вечеринке 28 октября. Так, победители, ну, победители вы остаются, уходите в сторонку, туда остаетесь. Да, уйдите туда. Нет, все, стоп. Вы победители, вы по центру. Ну, нет, вы чуть-чуть туда. Почему нет? Сказали туда. Да, уже где хотите, да ладно. Ладно. Итак, еще один спецприз от мастерской по укладке косплей париков. Руж Викс. Я не буду тянуть. Меня зовут Руж, я укладываю парики. И сегодня я хотела бы вручить приз девчонке, которая оделась в таких же цветах, что и я. Person Dom. Чика. Да, все готово. Ну что ж, церемония награждения FabLab 2023 открываю сразу легенды. Давай я сразу, наверное, передам тебе микрофон. А, товарищи со звуком, подойдите к нам, пожалуйста. Ну сейчас он не нужен. Мы с телефона запустим здесь микрофон. По старинке. В общем, да, мы в урезанном немножко составе. Во-первых, мы скажем об этом еще раз, но я понимаю, что многие уйдут. Спасибо, что вы нас поддерживаете все эти годы. Кто-то пришел к нам в первый раз, и мы вам очень рады. На самом деле, за несколько дней до приема заявок до меня дошло, что у нас были участники, которые только-только начали ходить, когда мы уже делали ФАП. И это очень странно, но это круто. И очень приятно видеть, что то, что начиналось с очень каких-то маленьких локальных историй, в конечном итоге выросло в супербольшое косплей-сообщество и кавер-дэн-сообщество, которая ходит на большое количество мероприятий в Ярославле, и не только в Ярославле. И это, собственно говоря, то, ради чего мы когда-то это все начинали. И мы очень рады, что Ярославль теперь такой. Спасибо вам. Ярославль теперь центр притяжения. А теперь мы по традиции начнем со спецпризов. И первый спецприз от организаторов FabLab награждается Руми. Руми!
следующий спецприз. Алекс Вилейн, я надеюсь, правильно сказала, да? Следующий специальный приз это Undead Porcelain Doll. Где-то тут, где-то рядышком, да, вот да, здесь да. Вот. И награждаем! Парам-пам-пам! С победой! Спец победой! Так, следующая грамма это тоже специальный приз. Он такой с комментарием. За лучший дебют на ФАП награждаются Микаэва и Мимени. Спецприз за очень крутой номер, который запал нам в сердечко еще на этапе приема заявок, это Шуга Криптонит. Да! Очень, кстати, понравилась Таши. Да, да, совершенно верно. И что, тревога, интрига, пакетиков все меньше и меньше, пакетиков все меньше и меньше. Где-нибудь ближе к весне, в финале весны повторить девчонкам, чтобы на выпускной. Да. У нас селился демон. Нам нужен рассекающий демонов. Тревога. Интрига. Да. Ну, а теперь результаты вашего, собственно говоря, зрительского голосования. Грамотой награждается за самый зрелищный номер Барбара Бабл. Опять же, как сказал Паши Слойка, безмышленно. Любимая номинация Виши. Махнетесь на один разок? На один разок махнетесь? Затем. Эту номинацию потратите Миша долго получать, потому что... Миша. Ну, в общем, пока Миша идет. Мужика потеряли. Большая интрига. За самый горячий номер. Я тебе. Награждается Куракин. Где ты? Бежишь? Спокойно идешь. Ну да. Я же говорил, что история столько пересмешивается, и Сейлор Мун не пройдет зря. Мне бы такой учительницу в школе. А зная тебя, тебе бы не помогло, извини. Шутки ведущих. Все уже. За лучшее одиночное дефиле награждается Куакинг. Лучшее групповое дефиле награждается Руж и Мякиш. Вы малыши, но на самом деле вы уже, получается, ветераны сцены ФАП. Да, и остался, так сказать, главный интрига. За лучший кавер-дэнс награждается команда Guardians.
бегут! Жарко! Потому что все выходят на эту сцену пообниматься. Есть еще. Гардианс, ваш пакет. Вау. Ну, в общем, сейчас мы сделаем, наверное, маленькое объединение. Мы очень ждем вас всех, просто вот без обидников, 18-19 мая на Большом ФАПе в ДК Добрынина и здесь. Всем спасибо. Давайте продолжим. Стасик, мне кажется, уже надо придумать. Есть вот у нас групповое фото будет. А то должен быть уже фотмакс. Одно большое оттуда. Давай, ты сможешь. Ну что ж, дамы и господа, общее фото, пока делается общее фото победителей, давайте им всем дружно, всем вместе покричим и поаплодируем. Большие молодцы! Облепите уже все друг дружку, подходите ближе, да вы тоже победили, подходите. Мы не победили, мы отошли. Вообще ни разу не финал. Почему не финал? Не знаешь? Иди сюда. Почему не финал? Ты не знаешь? Кто-нибудь знает эту девочку?